Мы — Целинный, организация, которая занимается изучением и развитием современной культуры и искусства в Казахстане. Центр основан казахстанским меценатом Кайратом Боронбаевым и располагается в здании бывшего советского кинотеатра «Целинный», где ведется реконструкция под руководством архитектора Асифа Хана. Мы объединяем в одном месте художников, писателей, ученых, преподавателей, исследователей и других уникальных личностей, чтобы проводить для вас художественные выставки, образовательные лекции, издавать интересные книги, организовывать необычные мероприятия, на которых вы сможете лучше узнать себя, людей вокруг и общество, в котором живете. В нашей стране огромное количество талантливых людей, которым важно быть услышанными. Поэтому мы помогаем молодым художникам и профессионалам в области культуры. Поддерживаем исследователей, живущих и работающих в Казахстане и за рубежом, чтобы они могли рассказать о нашей современной культуре не только вам, но и всему миру. Мы также предоставляем всем желающим площадку, чтобы они могли делиться своими размышлениями, обсуждать важные для страны темы, встречаться с единомышленниками и создавать новые проекты. Чтобы мы могли расти и развиваться, у нас существует эндаумент фонд, в котором мы собираем добровольные пожертвования. Эти средства не тратятся напрямую на нужды центра, а формируются в неприкосновенный капитал, который затем передается в доверительное управление для инвестирования. Полученный таким образом доход идет на финансирование проектов Целинного. Крупнейшим примером эндаумент фонда преобразовательным учреждением является Гарвардский фонд целевого капитала. В его штате 3 директора и 250 сотрудников, а внутри действует более 13 тысяч индивидуальных счетов на сумму свыше 27 миллиардов долларов. Доходами от управления фонда финансируется весь научный и учебный процесс в университете. Первым среди культурных учреждений на постсоветском пространстве зарегистрировал свой эндаумент музей «Эрмитаж». Средства разделены на 2 целевых фонда, которые находятся в управлении у разных компаний, а их общий объем превышает 650 миллионов рублей. Эндаумент приносит музею несколько сотен тысяч евро в год. Все эти средства идут на приобретение экспонатов, картин и скульптур. Свои эндаументы есть у музея Гугенхайма, Метрополитен музея, Британского музея, Лувра. Благодаря вашей поддержке мы можем добиться главного – сделать так, чтобы Целинный был уверен в завтрашнем дне и мог продолжать свою деятельность. Каждый может стать частью нашего фонда, жертвуя деньги напрямую или оплачивая повседневные расходы с помощью наших партнеров. С каждой покупки, перевода или бонусных средств вы можете поддержать нашу деятельность, искусство, культуру и талантливых людей, которые меняют нашу страну, развивают и делают ее лучше.